саженцы клематиса ботанического Duchess of Albany, Oaks of Albany, быстро разрастаются, формируя массивную крону за очень короткий промежуток времени. А уже в мае-июне на ветвях появляются цветы, по форме напоминающие колокольчики. Постепенно они раскрываются, образуя огромные розовые звезды. Высаживают клематис Duchess of Albany на солнечных участках с плодородной почвой. Весь период цветения важно своевременно вносить удобрения и обеспечивать регулярный полив без застоя воды в почве. В конце сезона обязательно проводят обрезку побегов. Клематис ботанический Duchess of Albany – это многолетнее растение. Лиана лучше всего подходит для живых изгородей. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола клематис ботанический Duchess of Albany можно отнести к группе лианы. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания клематиса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает клематис ботанический Duchess of Albany в месяц июнь-август. Цветок окрашен в розовый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме обратно яйцевидный. Обратите внимание, что клематис ботанический Duchess of Albany – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.